И к другим темам. Завершается весенний призыв. 26 июля защищать Родину отправились 52 курянина. Всего за эту кампанию ряды вооруженных сил пополнили 1500 парней. На областном сборном пункте побывала моя коллега Юлия Белякова. Считанные минуты до расставания с родными. Только это и печалит. Впереди год службы, который пойдет на пользу, убежден Роман Колоколов. В армию надо идти, чтобы защищать свою семью, чтобы стать взрослее, чтобы стать мужественнее и чтобы найти свое. Может, кто останется по контракту, может, кто останется, а может, кто уйдет домой. Последняя партия весеннего призыва – 92 человека. 40 из них отправились в военные части уже этой ночью. Для оставшихся – проводы с напутственными словами от ветеранов и военного комиссара области. Кстати, Владимир Родионов отдельно поблагодарил родителей новобранцев за отличное воспитание сыновей. Наши призывники подавляющем большинстве это отличные солдаты. И мы, вы знаете, делаем два запроса на каждого призывника через 3-6 месяцев. Но будем говорить, 1-1,5% негатива приходит, все остальное только положительно. Пограничные, воздушно-космические, сухопутные, десантные. Служить ребята отправятся во все рода войск. Юлия Белякова, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».